я уже дошла до храма Святой Троицы, сейчас вам это с тачки. Значит, я вам показываю вот здесь вот храм сам Святой Троицы. Начинается здесь у него маленький такой интересный парк. Тут березки красивые, елочки или ели, как они называются. Вот маленький парк к храму. Посмотрим, во сколько там служба, во сколько расписание, потому что на сайте нету. По крайней мере, я найти не могла. Вот. Туда дальше, я вот не помню, Казачий Троицкий или какой-то еще ниже храм есть. Я очень давно туда шила два облачения церковных, священнических, красных на Пасху. Вот, здесь тоже цветы очень красивые. Петушки. Здесь, кстати, видите, это, по-моему, называется... Ковер, по-моему, называется, я уже забыла. Нет, это не ковер, это что-то другое. Какой-то памятник, памятник, не буду смотреть. Подойдем к самому храму. Видите, как он выглядит, Троицкий храм. Очень красивые купола. Великолепный храм. Все здесь вокруг красиво. Купола сияют на солнце. Каштаны цветут, елки красивые. Вот. Сейчас попробую зайти внутрь, посмотрим, работает ли сегодня какой будний день. Но сегодня, наверное, акафист Вознесения читают. Сегодня же Вознесение, 25 мая 2023 год. Вот, смотрите, вообще великолепно. Какие купола. Вообще. Дворик симпатичный, таинственный, в тени. Церковная лавочка. Храм еще открыт. Сейчас мы с вами все спросим. Зайдем в храм, спросим все.